Сейчас вот мы все пойдем заниматься своими делами, кто чем. А они уже все, их жизненный путь оборван. 15, 16, 17 лет, понимаете? Власть имущие не знают, что делать. Не знаю, может, такое время настало. Как говорят старые люди, время сатаны. Да Керч уже не будет такой, какой была раньше. Это однозначно. Страх все равно присутствует у всех детей. В школы, ну, насколько я знаю, вчера очень слабая была посещаемость. Родители оставляли детей домой, детей дома. Колючей проволокой учебные учреждения не оградишь. Тут проблема-то мировая, терроризм. Это не проблема России, это не проблема Крыма.